Воспитанники технопарка «Кванториум» презентуют свои проекты. Защита проходит в режиме онлайн. Команды из Самары и Тольятти представляют на суд экспертов результаты своей работы. Благодаря реализации нацпроекта «Образование» у ребят есть возможность воплощать идеи в сильных проектных командах. В этом году на финальную защиту вышло около 50 проектов. 30 из них уже с настоящими прототипами или серийными образцами. Каждый проект он уникален, каждый проект несет в себе что-то новое, того, что еще в принципе никогда не было. Вот в данный момент ребята презентуют модель управления солнечной батареей, которая может повысить энергоэффективность установки до 60%. Кванториум – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу «от теории сразу к практике». Деятельность Кванториума направлена на популяризацию технических специальностей, развитие навыков самообразования. Занятия в детских технопарках бесплатны для всех обучающихся в возрасте от 12 до 18 лет. Свежие идеи, свежие умы и, возможно, их, опять же, идеи, которые они представляют, они станут разработками какими-то, да, то есть, опять же, вот люди, которые защищаются, они же еще, скорее всего, нигде не работают, правильно? Это позволяет им найти работу быстрее и применить их знания. В этом году в регионе открыты два десятка мини-технопарков. В планах в ближайшее время запустить работу IT-клуба – образовательного учреждения нового формата. Воспитанники будут изучать программирование, учиться создавать виртуальную реальность. Обучающие программы представят крупнейшие компании-разработчики. Лариса Шлафаст, «События».